Стоит сказать, конечно, что сезон для нас, для кёрлинга, проходит в очень непростых условиях, как, в принципе, и для всего российского спорта сейчас из-за ситуации с международными соревнованиями и отстранением наших спортсменов от участия в них. Поэтому всеми силами сейчас пытаемся как-то поддержать, наверное, этот уровень заинтересованности и мотивации, в первую очередь, у наших сборных команд, чтобы не было вот этого постоянного застоя на тренировочных мероприятиях, на сборах. Мы организовываем турниры международного уровня, в том числе на территории Российской Федерации. У нас в сентябре как раз прошел турнир в Санкт-Петербурге, вот буквально неделю назад в Муроме международный. И принимали участие, помимо самых сильных и опытных российских команд, еще и представители Нигерии, Кении и Белоруссии. Поэтому, ну, действительно, у нас был международный турнир. Все прошло на очень хорошем уровне организации. Я думаю, что таких турниров будет еще больше в этом сезоне. Все-таки у нас еще вторая половина сезона впереди после Нового года. И до Нового года, кстати говоря, у нас также в Сочи должен пройти международный турнир, но среди смешанных пар уже, куда также приглашены наши коллеги из Беларуси и Казахстана. Поэтому, ну, будем стараться держать этот уровень, планку и максимально давать возможность, в первую очередь, конечно, нашим ребятам не терять вот этот вот боевой дух и желание соревноваться. Если говорить о массовости и о развитии вида спорта вообще в России, у нас, ну, как мне кажется, очень важный тоже шаг был сделан в сторону развития детско-юношеского спорта. У нас на уровне министерства наконец-то нам согласовали проведение всероссийских соревнований для спортсменов до 17 лет. То есть это очень важно для нашего спорта, потому что дети все-таки приходят там в 9, 8, в 10, в 11 лет, и им, конечно же, хочется играть. Понятно, что тренировочный процесс – это необходимая вещь для того, чтобы добиться результата в будущем, но им нужны эти игры, им нужно делать эти ошибки, им нужно соревноваться друг с другом в их возрастной группе, и сейчас очень здорово, что такая возможность появилась. Точно могу сказать, что кёрлинг, конечно, сейчас и 10 лет назад это совершенно разный кёрлинг и другой кёрлинг именно на всероссийском уровне, потому что действительно у нас подтягиваются регионы, у нас эта борьба на региональном уровне очень сильно ощущается, и если раньше, ну, так, среди топовых команд можно было несколько лет назад выделить там Москву, Санкт-Петербург, в какой-то момент появился Калининград и Мособласть, то сейчас, к примеру, там сибирский регион, Новосибирск, Иркутск, Красноярск тоже очень-очень здорово развивает этот вид спорта, культивирует его уже на молодежных соревнованиях, первенствах. Их команды занимают призовые места и выигрывают соревнования, попадают в список сборных команд, поэтому действительно развитие идет, и оно очень такое бурное.